Сотрудничество двух регионов – давняя история. Конкретно этот визит самарцев стал ожидаемым ответом на посещение соседней области бизнес-делегации из нашего региона. Обе стороны в унисон отвечают: «Нас уже связывает многое. Мы близки географически, близки по смыслам, открыты к сотрудничеству. А значит, впереди много работы по расширению границ взаимодействия». По приоритетам это бесспорная составляющая. У нас сильные производители и в Ульяновской области, и в Самарской. У нас создаются научные центры, которые могут работать только в кооперации, потому что ученых, разработчиков не так много, только вместе они могут создавать по-настоящему качественное изделие, которое будет служить обороноспособности нашей страны. Многое связывает регионы в большой промышленности. В первую очередь в авиа- и машиностроении. Наши предприятия по производству композитных материалов уже поставляют узлы и комплектующие для автомобильного завода в Тольятти. Сейчас самарские производители автокомпонентов активно ищут возможность встроиться в работу нашего автогиганта. Еще один путь развития экономических отношений двух соседствующих субъектов – это торговля. В частности, активно продвигаемый нашим регионом логистический маршрут «Волга-Каспий-Персидский залив». Перспективу подключения к нему рассматривают самарские коллеги. На экономическом сотрудничестве связь двух регионов не замыкается. Круг взаимных интересов шире. В нем культура, образование, молодежная политика. Географическая близость дает повод для интенсивного развития такого приоритетного для обоих регионов направления, как туризм. Говорят цифры. Самарская область лидирует по количеству посетивших наш регион туристов. Только в прошлом году турпоток составил 239 тысяч человек. Первый квартал 2024 года уже дает прирост в 30%. Я думаю, с учетом того, что Ульяновская область интересна, у нас богатая история, есть что посмотреть, есть где отдохнуть, этот турпоток будет только нарастать. Уже сейчас Самара и Ульяновск совместно разрабатывают большой национальный туристический маршрут, который будет использовать потенциал Волги. Этот и другие стратегические планы скрепили подписями. По итогам поездки подписано несколько отраслевых соглашений о взаимодействии в области разработки и создания беспилотных систем и кооперации между высшими учебными заведениями двух регионов.